стример. Да. Кому интересно, тоже заходите, посмотрите, Не подписывайтесь. пойду я в Тарыши, наверное. Это, повторюсь, Тут международный разнообразие мастер из Санкт-Петербурга. Так, надо. Сейчас будет c6 переменный будет. цвет, а вариант с первой партии, смотрите. Интересно. Любопытно. А, вот так вот, да? Лондон уже перестал играть, да? Ну, давай. Давай, да. Теперь индийская Ну, защита, это было у нас как раз в первой но партии. я уже белыми. Только наоборот. Я уже Я беленькими, играл да. эту схему черными раньше. Да и сейчас играю. Так, а Есть здесь плюсы d5 от нужно слона. пойти. А, ну тут я закрою. Да, и Тут сейчас я будем закрываю. наседать. Этот ход все равно мне нужен будет. Будем потихоньку наседать. Так, Я пойду на короля с сейчас. планом бы еще Что из определиться, этого да? выйдет, не знаю. Но выйдет что. У меня есть план, мистер Фикс. Конь идет на Может, коня сюда g6. перевести? Этот конь сюда. И как бы через поле Странный g5 и маневр. f4 полезут. Да, у него будет Ну, а линия почему b. нет? Согласен. А что, бля, если нет? Вот он уже Что будет, начинает если аккуратнее нет? играть, да? Так, Переводится зашли королем куда-то, f5. правильно. Так, черных-то мы Гостик поменяем. сказки. g3 еще надо где-то Если он ограничить. согласен, конечно. Нет, я вот не хочу менять пока. Или менять? Нет, Взятие хочу пока всегда успею. менять. А, вот так. Две фигуры на Ну-ка. одно поле вроде как не попадают. Так, и g6, да? Так, гонят мою лошадку нагло, по-хамски, так сказать. Это он зря убрал. Мне так Будем кажется. убегать. Так, g3 угроза. Ой, куда я побежал? Что я тебе не то Так, хотел сделать-то? думает Так. Дмитрий. Пока ладно. H5, ну это все стандартное, да? Надо как-то Стандартные надвигать. телодвижения. Да, ведь Все слоном. позиция может быть и Смысл-то неприятной. мышкой. Мышка, ты Как ты смотри, что меня делаешь. Слон здесь g4, что такое? Что ты хотел сделать? атакуют? Ну, на g3 можно Однако, шаг дать, потом взять и уйти. Так. архиплотный ход, друзья, ладья 2. Да, я вот готовлюсь все-таки к любому вскрытию игры. Обратно играет. Друзья, огромная просьба. Если событие может случиться, я имею в виду ходы какие-то, это не писать, только по уже, ну как бы, если вдруг это уже произошло и не Держать играет время роли, и не не менять влияет на ферзей. ситуацию, ну как бы не нужны Вот мне как лишние это? Две подсказки. задачи: не менять ферзей и держать время. Бывает так, что некоторые, может быть, и не со зла, но так или иначе могут Всегда повлиять на пользуется исход выше борьбы. шанс, да. Так, ладно, Сигнатор H3, видимо, надо выше, пойти, что дешевле мне это уже не дороже. нравится. Так, H3 зацепка мне дал, но Видел, что с нее Уилл толку? Смит. Я даже ответ хотел, ответ говорю, По скажем королям так, мнение хотел брать, чтобы записать, ладья подбежала. но перед матчем решил себя не... Вот уже можно где-то потом будет ударить. Не сейчас, Короче, не конечно, загружать. сейчас рано. Так, он То мне есть по какие-то поля факту, ну дает. конечно, просто без шансов. Какие-то он Без мне поля шансов. дает. Крамник. Так. Просто по делу, по факту раскидал. Хотя я небольшой фанат крамника, но надо признать очевидное. Вопрос. Брать, не Да брать. я понял, да, друзья. Я на Можно, будущее, конечно, и я не никому брать. Можно сейчас уйти, потом без f5. претензий на будущее просто сказал, чтобы Мне же вскрывать если надо. что вдруг, f5 я друзья, проведу и возьму, вы конечно, пешкой. А потом не ладья пойдет писали, по да? g. Вячеслав, я Так. хочу твоего короля Что-то добраться позу сразу. стал Дверку непонятную, открыть. блин. Так. Точнее, понятную, но я озвучивать не буду. Как эта поза называется? Как эта поза Так, ну слонов я, называется? наверное, менять должен тут. Мне слон не нужен. Белый нужен, черный нет. Так. Так. Стоим пока. Ой-ой-ой-ой, что-то мне это состояние уже, мягко говоря,
не Погражил. нравится. Погражил, он меняет все. Не дает, не дает. После взятия там на H3 не зевает меня. Я возьму. Давай. На H3. Полетели, да? Полетели. Так, чем брать? Пешка, он тут съест. Конем, наверное, да? А, шажок. Шажок дал, ну сюда можно, да? Давай, говорит, жги напалмом, Вячеслав, да? Так, ну я тоже хочу огрызнуться. Удваивается, молодец. Так. Да я тоже. Мат не я висит. Я тоже играю в шахматишки. Спасибо за пожелание. Мат друзья. Висит, так. Спасибо. Какой ладьей? Счет пока 2-0. Этой или той? Этой. Шах. Ушел. А нас уже 230 человек. Кстати, да, это, наверное, чуть ли не единственное. Сдваиваться ему по седьмому, конечно, не дам. Единственное, да? Наверное. Такое впечатление, что я чуть ли не выигрывать здесь должен. Только вопрос как. Так, вопрос как. Ладья c7, наверное, да? Я думаю, что вот так вот. А он хочет сдвоиться. Хочу второй заехать. А он хочет сдвоиться. Так. В гости к сказке. Хочу. Въехал. Ой-ой-ой-ой, куда ж шеста побежала? Так, ну, ладья что, H7, такое бывает, G5? Что ли? Здесь же где-то мат. А где? Где мат-то? Где мат-то, ё-моё? Бам-бам-бам-бам-бам. Ты смотри. Ты смотри, проблема. Мата пока и нет. Ля какая оригинально сыграла, а, Дмитрий? Так. Ну, висит пока. Что это за позиция? Ага. Так, вот грозит слон G2. Это угроза. Бить должен. Это предход. Ладья G8 обязан. Блин, все красота. Иначе какую-то еще. Человек получит он G2, ладья 1. А красоты не видать. Надо бить. А, ёпта. H3, да? Что-то я притормаживаю, да? Что-то я притормаживаю. Вэльш перейдет пока. Да? Это мы выиграли. Ай. Чувак, это же донат. Я этому очень рад. Добрался до короля. Бездарно, пальчик. Алексей Коровин, Вячеслав.
Где-то я должен добираться до короля, потому что иначе я не могу же под ноль проиграть. Так. Да.